Наконец-то мы на первой рыбалке, выехали на Белую Горку и будем сейчас пробовать словить хоть какую-то рыбку. Сейчас будем замешивать, я буду замешивать прикормку. Вода холодная, поэтому прикормку я такую черного цвета приготовлю. Я смотрю, вода очень прозрачная еще. Сейчас я буду делать первый заброс. Просто кормушка без поводка. Хочу проверить, какое дно. Грузик я не цеплял. Вот так, кормушечкой проверим. Бровка здесь, насколько мне известно, очень близко от берега. В районе 30 метров, поэтому особо далеко бросать не нужно. Вот, первое поддергивание кивертипа. Такой у нас участок пошел с камушками. Вот, здесь мы и заклипсуемся. Я одеваю поводок и буду делать первый заброс. И вот она, первая рыбка сезона. Как и предполагалось, на крючке бычок.